Всем привет, кто смотрит запись этой трансляции, подписывайтесь на канал, я чуть пьяненький. Короче, стрим, поехали. Я готов, мои фаны как, я мучусь, я даже с районов не вернусь туда. Привет. Чат, короче, сегодня без пиздежа лишнего. Сегодня легенько. Сегодня честно, нормально. Сегодня без лишнего выкобенивания вашего, вот этого, как обычно. Короче, мы ездили сейчас в ресторан, ебануто пожрали. Чуть-чуть. И чуть выпили. За 75 тысяч бутылка винца. Чиз. И все. Чуть-чуть поели. Короче, я сегодня вот такой будет стрим. Бездежа реально не приветствую сегодня на стриме. Ни по каким поводу. Если что, Ван Вин, реально врубайте уже рычаги все. Потому что третий день подряд минус 50 миллионов. Уже реально не шутки. Полмиллиона долларов просто за три дня в сандалили. Что за милая девочка с тобой? Ты из ресторана забрал. Виталий красный. Виталий не пил, он рулит. Да, но он уехал, да. Но он видео мне оставил. Прощание. Могу показать видео. Давай. Для хайпа. Ну, для хайпа. Нет, да, для настоящего хайпа. Да, выходит на метро, да домой ехал. Гель доехал. Короче, Костянчик, спасибо тебе за все, но мне пора гнать. Ты сейчас спишь. Я не хочу тебя будить, время 7 утра. Я уеду, но обещаю вернуться обязательно. Не буду говорить какую дату, чтоб не начинать, но приеду в Санчик. Все будет четко. Короче, продолжай делать новым голосом треки, и черная полоса обязательно закончится, начнется белая, и все будет заебок. Вот. И я сейчас все там, все. Обнимаю крепко. Короче, как всегда, ноль зрителей, я как всегда на хайпе. Давайте, я реально сегодня буду на спокойном. Просто сейчас вы газик и поедем спать. Или гулять. То есть мы для тебя ноль? Нет, чего взяли? Просто без пизда. Какие новые голосом треки, Костян? Не скажу. Секрет. Не буду нихуя показывать, сразу говорю. Вон Виталий ножки, сучки волосатые. Сегодня на утро чай еще. Да нет. У меня настроение хорошее. Без пизды. Реально. Я врать не буду. Настроение прям очень доброе. Поели вкусно, наконец-то. Остаются вкусненькие, вот. 70. Сито, без тормозов сегодня, реально. Сегодня без тормозов, пожалуйста. Бонуска 7 лямов стоит это. Хуйня, залупа. Бра. По-грустному. Ну. Слабость ебаная. Просто слабая шлюха. В следующий раз Анчик приедет с клаб-шоу. Через недельку, наверное, где-нибудь. Плюс-минус. Пост будет стримы, как раньше, с пляжа Казик. Да нам надо, чел. Реально расчиль немножко. Кайфуем по-взрослому. Если Максвин будет, Виталий сказал, будет телевизор. Есть. Грызть. В зал ходили? Да. После зала только пришли. Ебануто занимались спортом. Вот этот не разводит все. Тихо. Тихо. Сито, тише. Тише сейчас. Охуительный бонус. Че, еще хуже нельзя было? Далее, что думаешь, Ричард предатель? Какой Ричард? Думаю, да. Какой Ричард? Да там есть. Чат вот тут вообще? Или на другой планете? Тут. Спасибо. Бля, ну две пидорские бонуски были полностью вообще, просто хуесосы. Пошли другой слот смотреть. Есть должники, которые реально уже должны отдаться. Сейчас везде залито прям много. Бетона, да? Основание. Сколько КамАЗов бетона залито? КамАЗов 50, наверное, бетона точно есть. Сколько КамАЗ бетона стоит? Есть кто-то бетонщик в чате? 100к. Ебать, сколько КамАЗов. Знаешь, что Санте надо сделать? Блоджоб? Нет. Что еще можно ему сделать? Что он должен сделать? Бля, он пиздец, что уже должен, нахуй. Я не знаю, ни одна шлюха только денег не стоит. Когда уже будет отдача? Просто 4 ляма въеб за доли секунды. Если выпала бонуска топовая, то она стоит около 20 лямов. По 70 тысяч с Zeus of Hades, это где Малстрой вот 10 миллионов долларов выиграл. Пиздец, не буду, все это фотографирую. Не то, а, топовая. Это бонуска 20 с хуем лямов стоит. Но хуевое место упало. Тут еще две, если даст, то, ну, можно просто охуеть, реально. Да, три спина осталось. Нет, еще все равно. Еще на одно место надо, чтобы все три играло.
Копейка. Вот так, чуть-чуть. Чуть копейка есть. Понимаешь, что просто в ноль выйти, тридцатку еще сверху надо где-то загрызть. Ситыч, зафоткай там, блин. Будь здоров. На. Еще хотя бы парочку таких бонусов. Там, если еще один, то все, был бы уже другой разговор. Там же уже можно было петь. Ну, чуть дал, не так уж и много. Сколько вот эта бонуска стоила бы? 21 миллион эта бонуска стоила. Если бы покупали, не окупила бы даже. Пизда, 21 лям за бонус, прикиньте. Вообще, понятие есть такое? Это уже просто гелик стоит столько, сколько бонуска. Ситыч, работаем. Реально, сито, работаем. Наёбка, походу. Ну, бля, не дал на третьем барабане ни одно. Ни одного даже найсвина не было. Паскуда. Наебалово. Я Виталию не выгонял, он сам ушел. Вы его, видимо, обидели. Виталь! Говорят, позови Виталию, он плачет. Выгоняй, пишет. Сиди, не слушай. Музыка интересная. Какая? Танцорская? Да, конечно, вот сейчас мне сейчас делать нехуй, треки еще выбирать сидеть. Спасибо вам. Конечно. Чат, а вам вообще стримы-то интересно мои смотреть? Или как? Ну, вообще бесспорно, да, только пишут. Спасибо, чат. Ну, конечно, я сейчас на тухлом немного. Но я пьяненький. Не молчи, чат. Ну, я во сколько это могу, во столько и говорю. На сколько. Если что, конкурс ТГ. Чат, заходите на Теслу. Пока не поздно, там пару дней осталось, или когда уже конец. Скоро реально Теслу уже разыгрываем, охуеть. Так время быстро пролетело. Блядские фрукты. Ну хотя бы так пойдет. Так-то пойдет. Если сегодня камбэку весь проигрыш, мучу ебанутый хайп, пиздец. Костя, какой снюс используешь? Никакой, нахуй снюс. Будь здоров. Для Дамаски на деньги миллион, охуеть. Вот это он сейчас всеобще опозорился. Виталь, спрашивают, где ты, где, что ты их краш? А? Фейки? Фейки, говорит. Он это и пишет. Пишут все, где наш краш, Виталя? Бля, ну какой-то тоже есть хайп, что мы вот так вот в тишине, типа, на спокойничаем. Вы меня почти не видите даже. У меня, смотри, вебка вот так. Я закрытый. Никто не смотрит. Шифруюсь. В инвейжене я. Ребята, если хотите меня где-то найти, я в инвейжене. Сейчас я потерял сообщение даже. Мы для Виталия холопы нищеёбы. Он поэтому и постоянно уходит. Виталь, чё скажешь? Чё скажешь? Пришёл представление для холопов показывать. Убери швабру эту. Green screen. Бля, ну чат, по 500к крутить, это пиздец. Это за 5 минут балик улетучивается. Там мне Горилыч дал в поездку, когда я поехал. Сказал, потом вернешь. О, улучшенная бонус. Наебало. Неприятно, да. Дает улучшенную, но по сути нихуя. Оп. 10. Так, мы отдаем. Давай все. Выходи, пацаны, надо. Бля, и вы думаете, я нервничал для того, чтобы что? Да, нужно уходить на солнце. Для контента. Ебануто, для контента сейчас сижу. Бля, печеньки. Чай будет? Я? Да. Я буду, блядь, 40 миллионов получать сейчас. По-другому я не буду жить. Но я интересно в Blackjack, да, играю? Опасно. Ап. Охуенно взяли. О, бля, ёбаная. Ёбаная ты шлюха усатая. Ладно, дальше я не буду, я не в лутке. Чтоб до 50 идти. Тут умножение. Да. Все. 500 лишний надо подредактировать. А, за 500 бонуску давай. Да. Похуй, разыграем, давно не разыграю. Сито роль, похуй. Все, 40 на вывод, похуй. Минус... Бля, это... Минус 10 лямов только. Ну, 10... Блять, выдай там. 10 легче отбить будет, чем 50, реально.
10 лев. 10 отобьем завтра с ракет, реально. 500 на вам отдаю. Сори, что только 500, просто у меня еще минус 10 миллионов проигрыш. И еще завтра, если я депну и проиграю, то у меня минус 20 будет. Поэтому, сори, тиху вам, короче, легкую. Я думаю, нормально просто, примите ее. Пятиху вот такую примите. Розыгрыш-то был в начале? Был, он дня 3 назад был. Продеть пишет. Купи мне бонуску. Продеть пишет, купи мне бонуску, хочу лудить. Не помыть, не заправлю. Заправь и помой. Сито сделай после, что с ракет впечатался. Кто участвовал? Короче, бонуску сейчас на стриме за пятиху разыграем. И самый прикол, что мы просто потели, ныли, страдали, нас били 50. Люди. Просто за то, что мы даже не отбили еще. Просто за это все надо умолять и ныть, чтобы просто вернули. Нормально. Даже радости нету, сука. 400 тысяч долларов просто нету вообще ощущения. Из-за того, что проеб, понял? Если бы было в плюс чистый, я играл бы без проеба и 400 тысяч долбануло бы, я бы пиздец был счастлив. Пошел бы просто, блядь, бентайгу купил и все. Бентайга, по сути. Это реально бентайга, я что-то не понимаю. Может, поедем завтра бентайгу возьмем? По сути, я и не могу. Надо контент делать. Реально. Не могу. Пока не могу. Не варик, да. Если еще один такой, то уже можно. А так я не могу. Лучше два. Ну, хотя бы, если один еще такой же вывод сделать завтра, то можно пойти бентайгу взять. Чтоб стояла рядом с этой бентайгой. А стрим нормальный был сегодня стрим? Потому что ну так-то время. А сколько времени? 11 часов? 12, ну 11. Ну так-то 12 тысяч онлайна есть. А чё здесь? И нормально так-то. Один такой на квартале. Твоя маме. Моя Лали. Не твоя маме. Твоя Лали. Извините за агрессию. Себе бентайгу, а Виталику невесту. Вест. Невесту. У меня есть. Весту. Весту. Не будет Нелли гонять? На фэнтези? На Весте. На Весте. Лада Вести. Да, права надо купить. Пусть права делает и Ладу Вести берем. Лада Вести. Как она? Лада Вести, так? Весту. Ты не знаешь. Не знаю. Тупой вопрос, да. Не подумал. За 700 тысяч бонуску раздаю, короче. Сразу говорю, если Макс Вин... А, у нас в любом случае максималка 5 лямов. Больше 5 лямов нельзя выиграть, но... Больше 5 тысяч нельзя выиграть. Но 5 лямов тоже бодрящий конкурс. Чё-то какой-то там рофл Сито говорит. Ебать. Прикиньте, чат. Чё? Ебать, сейчас. Это можно озвучить? Да пошел он нахуй. Пиздец хуесос. Короче, тот уебок, прям не побоюсь этого наглого слова, который выиграл 5 миллионов. Он сейчас, если что, первый победитель, который сейчас был, это был он. Ну и ее... ничего не понимаете? Хуесосина ебаная, пидор ебаный ты. Бля, надеюсь, ты все эти бабки проебешь, реально, хуесос. Просто уебок, из-за тебя другие люди, которые честные... Все во всем этом участвуют, типа, кто-то, чье-то место ты реально занял. Бля, просто реально аж так, так не нервничал, когда вот сейчас 7 лямов ставил. Мультяк, да? Да. Сколько аккаунтов? Не знаю, банить все аккаунты, все сито, банить навсегда. Фамилию его, имя, отчество навсегда нахуй. Просто... Но он когда кружочек записывал, так, типа не настоящий. Блядь, такой хуесос, просто пиздец. Это да тоже еще мультиаккаунт. Нет, мы сейчас... Мы тогда, блядь, забыли на всех этих эмоциях и не проверяли на мультиаккаунт. А нам надо запрос, типа, просить, проверить. Ну все, вот... А хорошо, хорошо, я сейчас сказал проверить на мультиаккаунт. Проверили, и этот хсос оказался вот тот же, который первый победил. Второй, который 7 лямов выиграл, нормально все. Надеюсь. Надо тогда с того аккаунта выводы все останавливать. Да он вывел, наверное. Сито, напиши сейчас, если есть. Если у него есть какие-то выводы и так далее, все блокировать нахуй. Никаких выводов, ну чел мультиаком пользуется. И за место того, что чел работяга какой-нибудь участвует, ну, в конкурсе, он просто занял место нечестным способом. Теперь такая тема, хуй прокатит, чат.
если что. Мы все будем аккаунты ебануто строго сейчас будет проверяться. Будем долго сидеть вот так вот, но аккаунты будут строго проверяться, потому что я хочу, чтобы честному человеку, кто честно участвует, он получал приз, а не вот такая вот хуйня. Блять, просто пиздец, прям аж... Все нервничали, что он не отвечает. Все нервничали за него, что вдруг с ним что-то случилось, типа. А этот чел просто вот так вот сделал. Просто мультиаккаунт и регал из-за этого не отвечал. Ну все, сейчас... мы уже проверяем все четко. Ладно, надо расчилить. Просто чуть меня это аж подшатнуло. Я еще рад был, что, чел выиграл бабки. Неприятность. Сейчас проверят на мультиак чела еще одного. Да ебануто охуевшие люди, реально. Типа, и так розыгрыш, сверх пиздатый, как я считаю. Еще чел пытается наебать. Просто, есть же другие люди, которые точно так же участвуют. Что за скотское какое-то отношение? Кэш-стрик, 15 спинов. Хорошо. Вот этого человека нету мультиаква. Все чисто, все кристально чисто. Я желаю ему только удачи. 900к выиграл подписчик. Хорошо. Это вообще не хуйственно. Мужик, поздравляю тебя, 900 тысяч. Сито, спроси у него, что думает он. Кружочек какой-нибудь пусть запишет. Нехуйно так-то, реально. В чем прикол проверять на винке мультиак, если розыгрыш к ТГ прикреплен? Нет, в ТГ это мы просто ролим. А потом мы проверяем на перводеп. Обязательное участие это перводеп. Как раз таки от ботов, от всякой хуйни. Бля, мужик, поздравляю тебя, реально. Надеюсь, тебе этот лямчик... подрешает твою ситуацию, поможет тебе как-то раскумариться. Впервые пишут не актер. как смогут сделать, но в течение суток. Главное, не луди. Аккуратно выведи. Аккуратно все засейв. И надеюсь, тебе реально это все поможет. Если будут вопросы, все к Сити. По поводу вывода и прочего. Сита поможет, если что, совсем. А вам, чат, спасибо большое за просмотр данного стрима. Сегодня мы чуть откомбэчили. Чуть есть плюс вайп. Надо отдохнуть, подышать воздухом сейчас. Посрать еще надо, реально, пизданута на клапан давит минут 40 назад, как будто хотел уже. Дальше больше, что, суетного. А вам спасибо большое, что заходите на стримы и всегда сидите, поддерживайте. Реально, чат на добром каком-то. Есть, конечно, челы, которые залетают с негативом, но в основном на добром. И добрых снов, всего вам хорошего, улыбки, счастья, позитива, до новых встреч.